Погнали. Так, 14, 14, я 13. Ну, сойдет. Ну, если у меня было бы постоянно... Опа, а что-то меня телепортировало. Если бы у меня была бы постоянная аудитория, я бы с радостью разыграл бы. У меня золотая валюта накопилась там. На два доступа целых. Но пока что у меня довольно скромные просмотры, поэтому не знаю, есть ли смысл. В будущем, наверное, потом, наверное, когда я посмотрю все классы, когда я уже буду конкретно прокачивать их до максималки, тогда да. Думаю, что народ подсоберется. Интерес проявится тогда, может быть. И глядишь, будет шанс получить. Так. Не успел. Четверочка я же могу себя отхилить, нет? А, она тоже союзника, кстати, хилят. Был бы какой-нибудь союзник рядом, я бы на него нажал бы как раз-таки вот активацию проклятия и смог бы на него ТП-шнуться. Прыгнуть. В смысле, 7к чего? Ты имеешь в виду айтем, который покупается на аукционе, что ли, доступ? А, так я не за голду имел в виду, я имел в виду за валюту, которая покупается у них. Монетки эти, ДП. Один доступ, бандл, стоит 100 единиц. Но недавно, кстати, была акция. И стоило 50. Так за 100 этих монеток можно купить, там будет целый комплект, включая доступ, конечно же. Так, кстати, в кассера я что-то как-то уже смотрю, как-то начинаю входить в тему. Получается вроде пробивать. Немного. Так, там уже вся арава собралась. Сосать. Чё там, наши их всех перебили, что ли? Серьезно? Блин, да у нас братва серьезно получается в тиме.
так. Блин, вот была бы какая-нибудь хилка, я бы с радостью отхилил чувака. Я так себя чувствовал полезно. Вот вчера, когда играл за Хрономансера и за Виномансера позавчера. Нахилил, будь здоров. А тут вот нету ярости, и ты все. Ты как дурачок, просто стоишь и смотришь, как твои союзники умирают. Это тут самое обидное. Так. Рангер Вичхунтер. Самые поломанные классы, если я правильно помню. Вот так вот бывает. Получается, что? 3-1, наверное, да? Их там трое? Или сколько? Неплохо, неплохо. Так. Талантом еще тут я смотрю. Все таланты могу обучить. Ну ладно, сойдет. Идиоты. Просто взяли и слились. Нет, спасибо, туда я не пойду. Там хоть и стражи, они как бы нашего левела, но ты их ковыряешь там минуты две. Я уже на себе чувствовал это в прошлый раз. Акция-то, кстати, довольно долго висела. Я наоборот, я вот как раз таки приобрел доступ, получается, за пару дней до того, как появился. Вот это вот появилась эта акция. Сам тоже немножечко обиделся. Зря потратил коины. Сейчас зато мониторю акции, покупаю эти комплекты. Наследуемой брони, чтобы не прокачиваться так долго. Там у них еще некроманты, смотрю, уже 18 левел. Таргетить Вичхантера, да не знаю, блин. Какой смысл? А, ну он 19-й. Ладно. Вичхантер 19-й. В принципе, да. Так, наши союзники оба справа. Эти опять, наверное, хотят спрятаться где-то под башней. Блин, жаль, у меня нет тут замедления, как вчера вот у Хрономансера. Просто билка замедления. Целых 3 заряда, вот, замедления, да. Просто нажимаешь на него, и враг там 50% или 60% медленнее двигается. Отличная билка. Найс. Просто всех поломали, я так понимаю, да? Красавцы. Так, ну потихоньку-потихоньку набирается народ. 10-й левел, правда, он будет бесполезен для нас. Культист. У них, наверное, тоже пополнение. А не, у них все еще трое. Блин, не повезло им в этот раз. Ну, такое бывает.
Может быть, он хотя бы хилом будет для нас. Тогда было бы, на самом деле, очень хорошо. Культист тоже, кстати, очень интересный класс, я когда за него играл. У него тоже 4 ветки. Каждая ветка посвящена отдельному древнему богу из лора Варкрафта. Среди них там есть и хил, и танк. Ну и, конечно же, РДД и ДД. Такой полноценный гибрид. Тут дофигища этих классов, у которых целых 4 ветки. Так, ну что, где они там? Почему нету таймера? 15 минут, наверное, должны играть. Или сколько? 13 сейчас. Ну вот зачем? Ну вот зачем ты пошел? Нафига? Там одного охранника нужно ковырять несколько минут, и он потом будет бежать за тобой за пол карты. То есть ты не сможешь потом сесть на свой транспорт, и все, и гг. Такое один раз было. Так, хилимся, отлично. Вот и была добивочная. Понятно. Ну, они поняли, да, кого надо фокусить. Я тут в форме этого... Я забываю то, что можно ее отменить. Надо было ее отменить и начать себя хилить. Как-нибудь. Я видел, у них там кто-то в стелс ушел. Это, по-моему... Да, это рейнджер. У рейнджера есть полноценный стелс, кстати, если что. У рейнджера и у рипера. Правда, у рипера он такой специфический, там... Сразу все черно-белое становится. Но они именно вот бессрочные. Можно бесконечно находиться в стелсе. Мана реген увеличен на 10. Да. Прям полезно. Для меня. Ну они, конечно же, там, понятно, по одному умирают. Молодцы, да, умирайте по одному. Сейчас они там поднимут себе левел. Дурачок. Мне надо перегруппироваться. Они уже даже почти сравнялись с нами. Так, ну что, мы должны выиграть этот файт. Если мы побеждаем файт, то мы побеждаем битву. Так, так, так. Это у нас кто? Witch Hunter. Вот его надо зафокусить. Все, ГГ, мы выиграли. Молодцы. Ну, сойдет. Я хоть именно не добивал много, но нанес... Хотя показывает не так уж и много урона нанес. Сойдет, сойдет. Главное, что понял принцип, как играется кастер.
радует. Получается, не так уж и сложно, на самом деле. Но вникнуть надо.